Велодорожки предназначены для движения по ним велосипедистов. Только наши российские велодорожки – самые доброжелательные велодорожки на свете. Ведь по ним двигаются не только велосипедисты, но и скейтеры, роллеры, детские коляски, пешеходы ходят, им хоть кол на голове тиши. Для них знак 5.33.1 – пустое место. Вот поэтому так важно рассказать всем друзьям и знакомым про цикл выпусков на канале «Гуляйнин» «ВелоПДД». Это касается каждого из вас. Дисклеймер. Как вы уже поняли, этот выпуск будет посвящен велодорожкам, велополосам, велопешеходным зонам и тому, как по ним двигаться. В очередной раз выдадим порцию пунктов ПДД в соусе опыта практического применения оных. Думается, чего тут сложного? Ведь все очевидно. Как бы не так! Да, все. Мы самоизолировались в черта на рога и можем начинать. Ну привет. Ну вот мы и добрались до них. И давайте для начала разберемся в терминологии. Поскольку не все четко различают велодорожку и велополосу. Возможно, одной из причин этого является то, что в ПДД нет таких определений. Есть велосипедная дорожка и полоса для велосипедистов. Хотя различия между ними могут быть не очень очевидны. Велосипедная дорожка. Конструктивно отделенный от проезжей части тротуара элемент дороги, либо отдельная дорога. Предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 441. Проще говоря, велосипедная дорожка, далее все-таки будем говорить велодорожка, чисто для экономии времени, всегда отделена от дороги и тротуара, как минимум бордюром, как максимум забором или зелеными насаждениями. Полоса для велосипедистов. Полоса проезжей части предназначена для движения на велосипедах и мопедах. Отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. То есть, велополоса – это еще одна полоса движения на проезжей части. Если кто не знает, проезжая часть не для пешеходов вообще. Опять же, для них там есть исключения. Но в целом на проезжую часть им нельзя. Есть еще такой момент, как велопешеходная дорожка. ПДД такого термина не знает, хотя по сути это просто велодорожка, совмещенная с пешеходной. Иногда имеет разделение на полосы, а иногда не имеет. С терминологией разобрались. Теперь вы стали чуть умнее, а мы поможем вам растолковать, как пользоваться всем этим добром. Как вы помните, при наличии велополос или велодорожек ПДД предписывает в первую очередь пользоваться именно ими. Казалось бы, ничего сложного. Так ведь нет! 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 Начнем с велодорожки. Как правило, они имеют разметку, которая дублирует знак, указывающий на то, что это велодорожка конкретно для велосипедов. Также имеется полоса, разделяющая потоки движения. Если тебе нужно ехать прямо, твоя полоса правая, как у машин. Здесь ты можешь смело звонить в звонок другим велосипедистам, дабы они уступили тебе дорогу, обратили на тебя внимание, или можешь привлечь внимание симпатичной велосипедистки. А еще здесь можно и нужно звонить на пешеходов, которые праздно шатаются по вашей дорожке, которую построили здесь для вас. У них тротуары свои есть, так, вот тихо, пусть тихо, там тихо, и шатаются. Велополоса. Так как это часть проезжей части, то на тебя, велосипедиста, распространяются те же знаки и та же разметка, что и на машину. То есть ты должен останавливаться на красный свет светофора, пропускать пешеходов на необорудованных переходах и двигаться в нужном направлении. Вот этот момент мы сейчас подробно поясним. Сначала небольшой логический ряд. Велосипед – транспортное средство. Велополоса – часть проезжей части. Соответственно, правильным направлением движения будет вместе с потоком. Если в нужную тебе сторону нет велополосы, ехать против движения нельзя. Здесь пешеходов быть вообще не должно, но вы уже в курсе, здесь у них нет прав. Однако, нет-то нет, на велополосе да припаркуется какой-нибудь автолюбитель. Это запрещено. ПДД, раздел 12, остановка и стоянка. Самый последний подпункт. Видимо, до него мало кто дочитывает, но он есть. Если видишь на велополосе машину, можешь смело брать телефон, фотографировать ее и отсылать в ГИБДД. А как правильно это сделать, мы запишем отдельно курс сознательного гражданина. Еще велополоса имеет свойство заканчиваться. Это отражается знаком
и сменой разметки. Соответственно, дальше ты действуешь по ситуации. Либо продолжаешь движение по проезжей части, но уже чуть ближе с машинами, либо съезжаешь на обочину, если есть, либо съезжаешь на тротуар. Велопешеходная дорожка. Ну, тут уже из названия понятно, что эта территория чем-то похожа на тротуар, особенно тот ее вариант, где нет разделения. Рассказывать о ней мы не будем, потому что все о ней было сказано в прошлом выпуске. Ссылка в описании, а обозначается она знаком 452. Что касается велопешеходных дорожек с разделением движения, смотрите на знаки 454 и 455, на которых обозначена полоса, по которой разрешено движение на велосипеде. Из вышесказанного вы уже знаете, что не все пешеходы следуют данным правилам. А почему? Ну, потому что вы в курсе, кем, ну, не надо быть. Ну вот, разобрались с основным массивом, так сказать, знаний. Вроде все понятно, но тут нам на пятки начинает наступать прогресс. Средства индивидуальной мобильности. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Где должны правильно находиться эти ребята? На момент съемок? По данной теме ничего кроме законопроектов нет. Однако, скорее всего, в будущем нам придется делить велодорожки и велополосы с этими ребятами. Да, если кто-то упустил, по велополосам можно передвигаться на мопеде. Его точные характеристики можно посмотреть в ПДД. Конечно, от этой информации для вас вряд ли будет какой-то толк, но не упомянуть об этом мы не могли. Подведем итоги. Первое. Велодорожка – это отдельная дорога только для велосипедов. Второе. Велополоса – это часть проезжей части только для велосипедов и мопедов. Третье. Велопешеходная дорожка – это отдельная дорога для совместного движения велосипедов и пешеходов. Четвертое. На момент весны 2020 года движение средств индивидуальной мобильности в правилах дорожного движения не прописаны. Баба Лида спел! Велодорожки предназначены для движения по велосипедистов. Что до велополосы, то это полоса на проезжей... Это полоса проезжей части. Да. Угу. Привались к дереву. Точно. Нормально? Да. Ну что, она похожа на тротуар. Особенно та ее часть, которая совмещена с велопед... С велопедачем? С велопед... Покажи ему, кто тут хозяин. А знаешь, что я сейчас понял? Если он закосячит весь звук, его можно будет переозвучить без палева. Симпатичные велосипедистки! Да не надо хлопать уже, ты хлопнул один раз. А мне нравится хлопать. В эту сторону уводи меня, потому что утягивай. Я в дерево упираться начинаю, и тут ветка, голова. Нет. Нет. Какой-нибудь разломатитель.